Вкусное куриное филе в остром маринаде с рисом и овощами. Приветствуем вас на нашем кулинарном канале. Сегодня мы поделимся рецептом ароматного куриного филе. Вам понадобится куриное филе, которое сделает блюдо невероятно сочным. Добавим йогурт для маринада, который придаст курице мягкость и нежный вкус. Не забудем о томатной пасте и чесноке, они добавят яркости и пикантности. Приправим все это сладким красным перцем чили, тимьяном, черным перцем и солью. Залейте курицу оливковым маслом и тщательно перемешайте все ингредиенты. Готовить будем в чугунной сковороде до золотистой корочки. Подавайте с рисом или картофелем. Приятного аппетита и не забывайте экспериментировать со специями для новых вкусовых ощущений.